В Рязани работает своеобразная привокзальная столовая для бездомных. Выглядит это следующим образом. Три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам возле железнодорожного вокзала «Рязань-2», а также в Дашках и на Московском, паркуется «Газель». Именно эта кухня на колесах и называется столовой. Мы работаем уже третий год, поэтому уже все наработано, нас знают, к нам приходят. Был разработан проект совместно с фондом социальной помощи, с благотворительным. И они выиграли грант в Москве, президентский грант. Называется он «Поддержка лиц без определенного места жительства и занятия». Сейчас реализуем этот грант. На деньги этого гранта кормим наших подопечных. «Газелька» с небольшой гуманитарной помощью и пропитанием для рязанских бездомных была организована по инициативе Министерства социальной защиты населения. Поддержала соцработников и рязанская епархия. Сегодня приезжали представители епархии, то есть это был горячий суп, и сейчас мы выдаем консервы, бутерброд с колбасой, чай горячий с булочкой. Горячий суп, консервы и чай. Пайка вряд ли хватит и на день. И все же это неплохая поддержка для тех, кому сегодня не удается найти работу. Сейчас, пока морозы особенно суровы, столовая на колесах должна бы выезжать каждый день. Только на еду денег не хватает. А дополнительно финансировать данный проект, хотя бы в порядке спонсорства, пока никто не хочет. Невыгодно это дело.